8 июля – День семьи, любви и верности. Праздник приурочен ко дню памяти русских православных святых Петра и Февронии, покровителей семьи и брака. В 2020 году медалью за любовь и верность будут награждены 70 семей, проживающих на территории Ямала. Губернатор округа Дмитрий Артюхов подписал постановление о единовременной выплате ямальским семьям, проживающим в браке и отмечающим в этом году юбилей супружеской жизни – 50 лет, 55, 60, 65 и 70 лет. Сумма выплаты будет соответствовать количеству совместно прожитых лет. Получат средства семьи, у которых хотя бы один из супругов постоянно проживал в округе и имел 15-летний стаж работы на Ямале. Заявление о выплате можно подавать с сегодняшнего дня в Департамент социальной защиты населения Ямала. По предварительным оценкам, это у нас будет 40 пар таких. 31 пара прожила у нас 50 лет, 4 пары прожили 55 и 60 лет. И одна пара у нас в этом году справит юбилей 65 лет совместной жизни. Кроме того, 70 ямальских семей в этом году получат медаль за совместную прожитую жизнь больше 25 лет, достойно воспитывающих своих детей во всех муниципальных образованиях.